Беспилотники, тепловизоры и устройства связи закупят для боевых подразделений Камчатки. Как сообщил губернатор региона, для покупки дополнительного обмундирования и оборудования привлекут внебюджетные деньги. Мы в постоянном контакте с органами военного командования, и полный объем обмундирования, который предписан для направления вооруженной силы, обеспечен. Это касается и вооружений, это касается средств защиты бронежилетов и касок, это касается, так скажем, личных вещей. Безусловно, наша задача в этой ситуации, как краевых органов власти, большую активность здесь бизнес проявляет, неравнодушные граждане, обеспечить и дополнительные средства защиты, безопасности для мобилизованных, ну и элементы бытового комфорта, удобства в условиях прохождения службы в рамках специальной военной операции. В этих целях мы уже сейчас проводим закупки. В основном они осуществляются за счет помощи бизнеса, за счет внебюджетных средств, для того, чтобы дополнительные обмундирование обеспечить. Дополнительное обмундирование состоит из индивидуальных наборов, которые включают спальники, наколенники, аптечки с расширенным списком медикаментов, а также предметы личного обихода. Кроме того, мы на подразделения, так скажем, групповые наборы формируем, которые включают и беспилотники, и тепловизоры, и дополнительные приспособления, устройства связи в соответствии со всеми требованиями и протоколами, которые применяются в рамках специальной военной операции. Наша задача, повторю еще раз, в дополнение к тому, что в рамках базового пакета в вооруженных силах предоставляется, позаботиться о мобилизованных гражданах. Напомним, военные комиссариаты полуострова работают круглосуточно. Также в крае работает горячая линия на базе единого колл-центра по номеру 8 800 141 400. По этому телефону можно узнать ответы на все интересующие вопросы, которые касаются частичной мобилизации.